Конкурс TikTok «Весна» от телеканала «Универ ТВ» для студентов Казанского университета продолжается. Все подробности смотрите далее. Ты еще успеваешь принять участие в конкурсе TikTok «Весна». Условия для участия в конкурсе остаются такими же. Необходимо опубликовать короткий видеоролик до 15 секунд на своей странице в TikTok на одну из предложенных тем и ждать результатов. Список тем можно найти в группе «Универ ТВ» ВКонтакте. Участникам могу пожелать побольше креатива и, ребята, не бойтесь снимать, все очень клево, у вас есть шанс получить кольцевую офигенную лампу. Не забудь отметить официальный аккаунт телеканала «Универ ТВ» через собачку «Универ ТВ HD», указать хэштеги «Студвесна КФУ» и «ТикТок Весна». Напомним, список тем представлены в группе «Универ ТВ» в социальной сети ВКонтакте. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, «Универ Ньюс».